Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. Друзья, сегодняшнее видео по буксу от The Doggy, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов, то есть на серфинге, зарабатываю денежку. Но помимо заработка, друзья, здесь супер-пупер дешевая реклама. И можно давать свою рекламу абсолютно без вложений. Вот так. Значит, смотрите. Сегодняшнее видео я хочу показать, как давать рекламу абсолютно без вложений. Смотрите, вот это баланс на вывод. Так? Вот это пуш-баланс. Это для рекламы. С этого баланса мы публикуем рекламку. У меня сейчас здесь 5 центов. Этого мало. Но, когда мы просматриваем видео, просматриваем сайты, вот ADS, помимо заработка, то, что мы зарабатываем, нам идет один поинт. Вот у меня 3445 поинтов. Это 34 цента. Не так уж и. Так. И вот эти поинты, мы их вывести не можем. Они внутри проекта. Вот эти поинты нужно перевести вот на этот баланс, чтобы давать рекламку. Что мы для этого делаем? Идем money. Деньги. Нажимаем трансфер. И здесь вот у нас майн баланс. Money. Поинты. Кликаем на поинты. И что у нас вот поинты? Трафик. На трафик не переводите. Я вообще трафик не смотрю. Это тоже реклама, обмен трафика. Push баланс. Кликаем. Я уже многократно так делала. Push баланс. И у меня вот такая вот сумма. Поинты. Я их копирую. Это я удаляю. Вставляем. Видим, да, поинты. Мы не можем их вывести. Здесь только трафик, обмен трафика и пуш-баланс. На основной баланс мы их вывести не сможем. И как бы вывести мы их тоже не сможем. Далее. Проверяем поинты, пуш-баланс, трансфер. Все, денежки переводятся. Сейчас страничка обновится. И эти денежки будут у меня на пуш-балансе. И вот, друзья, у меня стало, ну, с учетом, у меня там еще были, когда копейки, у меня в итоге стало 40 центов. Поинты мои обнулились. И вот теперь самое интересное. Как я сказала, здесь супер-пупер дешевая реклама. Так, вот вкладочка Advertis, вот эта реклама. Мы можем давать рекламку. Смотрите. Баннерную рекламу. ADS – это сайты, которые мы просматриваем. Также мы можем давать YouTube. Это для ютуберов, ютуб-блогеров. Кто занимается YouTube, может давать также рекламу. Я вот хочу показать вам, как давать рекламку. YouTube. Я ни разу не давала на YouTube рекламу. YouTube видео. Кликаем создать новое видео. И обратите внимание. 500 просмотров. 7,5 цента. Видим, да? Ну, согласитесь, это неплохо. Здесь можно поставить год. Но здесь только с пуш-баланса. Вот. И чтобы, если рекомендовать, то можно
кликнуть сюда, конечно, здесь немножечко уже увеличится. 8,5 центов. Галочка пусть стоит. Бог с ним. Давайте сделаем так. Сюда название видео. Сюда ссылочка на видео. Сюда мы вставляем описание. Я подготовила все. Значит, и я хочу вот такой вот букс. Вот, я перевела все на английский, так как сайт на английский, зарубежный, да? И вот сейчас попробую вот на ваших глазах. Сюда название, сюда ссылочку. Сделала я две ссылки. Прямая ссылка и сокращенная ссылка. Потому что я не знаю, какая ссылка здесь надо. Кликаю сюда полностью ссылочку. 500 просмотров. Значит, я перевожу вам на русский язык, чтобы вы посмотрели. Заголовок. Ссылка. Пакет 500 просмотров. Видим, да? Здесь я поставила галочку. Сюда описание. Возвращаюсь. И так, вот так, аккуратненько я копирую вот это, вставляю сюда описание. Так, все сделано, и у меня спишется с балансом, мне 40 центов, 8,5 центов. Баланс. Обновляется. Загорелось зелененьким. Значит, моя ссылочка подошла. Целая надо ссылка. Видите? Если бы она не подошла, здесь была бы красная полоска. Здесь сначала идет модерация. Администрация проверяет видео. Все как бы. Неважно, что мы рекламим. Видео, баннеры, АДС, ПТС, вот эти просмотры сайтов. Здесь всегда сначала идут как бы на обработку, а потом уже администрация одобряет. Даже сейчас вот переведу, что здесь написано. Обновление успешно создано. Он будет доступен после утверждения администратором. Значит, понимаем, да? Администрация проверяет, после чего одобряет, и оно появится уже как бы заработок. Где мой заработок наш? Эрн. Вот. И YouTube просмотр. 32 просмотра, друзья, доступно. Мы просматриваем YouTube видео. Нам также за каждое видео начисляется копеечка на основной баланс для вывода и плюс 1 поинт. Это 32 поинта у нас будет за весь просмотр. Вот подгружает как бы вот это видео. Далее я вам покажу баннерную рекламу и рекламу АДС. Тоже как бы очень дешево. Вот. Грузит. Загрузилось. И вот такое количество денежек плюс 1 поинт. И здесь как бы видео более чем достаточно. Мы это все просматриваем. Оно показывает как бы. Вот видим, да? И люди будут смотреть, и вполне вероятно, что их заинтересует, они зарегистрируются по вашей реферальной ссылке. Вот. Так, это заработок. Теперь опять возвращаюсь к рекламе. У меня на пуш-балансе 31 цент. Кликаю рекламить. Баннерная рекламка, друзья. Кликаем. Здесь я даю ПТС-АДС в основном вот на этом буксе. Создать новый тикет. И здесь
1000 просмотров баннеров 10 центов. Ну вот, ну согласитесь, что это недорого. Здесь, конечно, по нарастающей один день. Значит, так. Один день $5, здесь 10 кликов, 0,25 центов. 1000 просмотров 10 центов. Так? Так, 10 центов. Ну, давайте какой-нибудь создадим, какой-нибудь баннер. Здесь вот такой баннер и 300 на 250. Так, давайте что-нибудь мы замутим. Замутим мы. Так. Что мы замутим? Вот этот я замучу. Замутю. Дам рекламку вот этого. Войти. Так, значит, надо. Так, где мне AdDoggy? Ага, сюда реферальная ссылочка. Значит, копирую я свою реферальную ссылочку. И скопировалась. Так, реферальная ссылочка. Копирую. Иду сюда, вставляю. Реферальная ссылочка. Кликаю вот сюда. Обязательно, чтобы не было пробелов. Можно загрузить баннер, а можно вставить ссылочку на баннер. Так, где мне тут инструменты? Здесь у меня баннеров тоже много. Так, а мне надо баннер, баннер вот этот мне надо. Я копирую баннер. Неправильно я скопировала, вот так, чтобы не было пробелов. И вставляю сюда вот баннер. Так, также я кликаю сюда, чтобы не было пробелов, друзья. И нажимаю вот на эту вкладочку, чтобы встал баннер. Загружается страничка. Мой баннер встал. Видим, да? У меня сколько на пуш-балансе? 31 цент. 10 центов у меня спишется. Значит, здесь легче. Здесь можно с пуш-баланса, а можно напрямую с кошелька. Даже если бы у меня на пуш-балансе не было денег, 10 центов с кошелька, да не вопрос, ребят. Потому что это копейки. И будет вот 1000 показов у меня будет. Кликаю. Push баланс. Обновляется страничка. И вот, пожалуйста. Также у меня как бы на модерации идет, по-моему. Потому что здесь все в ожидании подтверждения. Администратор проверит, одобрит, и после чего только появится моя рекламка. Так? И как я сказала, здесь я в основном рекламлю вот просмотр сайта. То есть серфинг, вот у меня здесь много. Они уже все финиш. Как бы, да? Я вот здесь очень много давала рекламки. У меня 21 цент на балансе. На рекламном балансе. Также вот клик вот сюда. Новая компания. Посмотрим, сколько здесь у нас будет стоить рекламка. Также 10 центов. Так, кликаем сюда и смотрим. Значит, 10 центов, 15 центов. И там по нарастающей уже идет. Так, и здесь знаете что, друзья? Лучше, если вы будете давать. Я потом это все сделаю. Я пока просто для видео вам покажу, как это делается. Я обычно даю 500 визитов. Не давайте 100 визитов.
потому что маловероятно, что кого-то заинтересует. А когда 500 визитов, да, у вас, я знаю по себе, так как я здесь давала рекламку, ну, заплатите вы, да, 50 центов. Это тоже небольшая сумма. Вот, я обычно даю по 500 визитов. Да, и приходят рефералы. Ну, смотря кого заинтересует. Какой проект. Вот, ну, я дам вот, пусть будет за 10 центов вам для видео. Также. Здесь все просто. Название. Ну, давайте вот название. Сейчас я уже начала. Так. Вот название. Копирую. Перехожу. Вставляю название. Сюда реферальная ссылочка. Так, возвращаюсь я на главную страничку. Опять же таки я копирую реферальную ссылочку. И вставляю сюда. Так, вот это надо будет удалить. Визитов 10 секунд, 60 секунд это 30 секунд это я не буду, ну или поставлю даже 15 секунд пусть будет, может, потому что 100 визитов это ни о чем, 500 визитов я вот не менее 500 визитов всегда ставлю, потому что я ставила, я пробовала 100 визитов, мне не понравилось, никто не пришел, ничего вообще. 15 центов мне позволяет как бы сумма, да. Вот. И здесь я ничего не ставлю. Все оставляю как есть. И кликаю. Push balance. Загорелось зелененьким. После того, как администрация одобрит, моя рекламка появится. Появится. Вот ADS. Переводим на русский язык. Объявление успешно создано. Он будет доступен после утверждения администратором. Как я сказала, здесь все обрабатывается, все проверяется. И если все хорошо, как бы не нарушает правила сообщества и все такое, моя рекламка появится. Ну, конечно, она появится. Что там нарушается, потому что везде уже. Вот. Вот это я вам хотела показать. Абсолютно без вложений. Мы просматриваем сайты. За это нам капает денежка на основной баланс. И плюс поинты. А поинты, если вот я просматриваю ADS, это 27 поинтов. И плюс видео, плюс еще 32 поинта. И так ежедневно копеечка, поинты эти накапливаются, как поднакопятся, и я их перевожу, как переводить я вам показала. И, пожалуйста, рекламьте свои проекты абсолютно без вложений. Ну а даже если с вложениями, это, согласитесь, копейки. Вот. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Всем мира, добра, любви и счастья. Берегите, друзья, себя и своих близких. До новых встреч!